на закате. Капли фонтана на тебе? Да. Я снял. Ты снял? Да. Ой. Ау. А что это за место? Деревянные дорожки. Что бы это значило?
парковке. В общем, ситуация. Приехали на оленеферму, Русский район. Пойдет на улицу, сейчас там посмотреть, ни разу не были. Подожди меня. Иди ко мне. Привет. Вы даже его не заметили, который... Добрый день, подходите, пожалуйста, я с вами проведу экскурсию, познакомлюсь с животными. Ну, можно мы просто погуляем? Пойдем. Привет! 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 Вот смотрите, с этими сережками у них, видите, угу, на шее. Вот это камерунский. Вот камерунский козленок к вам идет. Ему два месяца. Угу. Бородой пошла. Угу. Альпийская коза горная. Вот с бородой, с рогами такая же нубийская коза. Ее зовут... Ты со мной? Пойдем беленьком сходим. Курица 6 килограмм. А вот это вот выберешь. А вот это наша звездочка. Ладно, ну не надо, не зимой. 100 рублей дай. Дай мне 100 рублей. Давай. На. Чайник. Это основной корм северных домашних оленей. Мы его привозим из Мурманской области. Это основной корм северных домашних оленей. Основные жевательные зубы у оленей в районе глаз. Поэтому они не кусаются. Слышите, детки? Нету зубов, они далеко, глубоко. Прямо они не кусаются. Ласковые, добрые берут губками. Губки шелковистые, теплые. Температура тела. Какой-то суп из оленей. Да, можешь прям бросить. Сейчас не бойся. Давайте, кто пойдет? Давайте получим. Даже поделаем. Не бойтесь, не бойтесь. А прям говорите, они... Вот этот... Виктор. Да, Филд, еще раз. Давай, снимаешь? Да. Нет. Нет. Что? Такие хорошие. Ну покорми. Давай, вот сзади малыш тебя прыгает. Как зайти? Такое. Ну что, мы не едим? А что ты из рук не хочешь дать? А там неудобно, давайте еще они вот уже. А они вот это не едят? Ты кто там? Дикобраз? Очень такая маленькая.
Привет. Здравствуй. Лёш, не шугайся. Что ты? Здравствуй. Подойди. Погладить можно тебя? Красотка. Два годика всего ей. Я говорю, Лисичка, ты же старше. Давай тебя еще поглажу. Ну еще, чуть-чуть тебя поглажу. Варя, их там так много. Ковыляла. Смотрит так на всех. Она же не видит. За щелки, кроме баранов. Бараны сразу забодают. Милашка такая. Вот это смотрит. Все спасали. Че, пойдем слазим на мост, что ли? Так много их. Парковали машину в Сити. Прикол с парковками то, что стоит 450 рублей в центре. И зона по 380, но в основном 450. Зона, где 150 парковок, как здесь, сегодня бесплатная, как воскресенье. И когда редко едешь в центр, очень тяжело осознавать, что, оказывается, цены кусаются. 450 в час, когда там на полдня приехал, это, конечно, дороговато. О, будет. Или интересно меня? Нет, я думаю, нет. У нас сейчас задача найти самокаты, чтобы они были заряжены. И на самокат Катрис мы поедем в район парка Горького. Чтобы зайти в магазин и купить всякие нужности. Кстати, я не подумал о том, что если мы в магазине что-то купим, пакет и самокат. Мы по пальцетам покупать или нет? Нет, а просто. Ну тогда поместится на руку поесть, можно бы. Вот. Что-то вечно строит, благоустраивает. У нас лето такое короткое, а лето сопровождается всегда тем, что не пройти и не проехать. Самокат прикольный, кстати, здесь телефон можно зарядить. Поехали. Я догоню. Совсем разучилась ездить. Не знаю, сейчас надо как-то вырулить из него. Мы в тупик приехали. Надо сейчас вырулить обратно. Почему? Да, видишь, она красненьким горит.
Как ощущения? Да. Где мы? Это хамовники. Ждите. Мы ждем. Чё тяжелее? Как будто было тяжелее, чем это... Ну, он тяжелее. Доехали до парка Горького. Нам нужно по делам вот этот дом. Сейчас, наверное, припаркуем самокаты вот там. Вот здесь мы их должны припарковать на мост и на ту сторону пешочком. Так вот, важная информация о цифрах. Поездка моя составила 600 рублей, твоя составила... 170. А сколько мы в пути были? Ну, не знаю. Ну, в общем, в принципе, в пути столько же, сколько на каршеринге есть. Просто это так, как развлечение. Я тебе даже больше скажу. Если мы приехали сюда и оставили машину за 450 рублей в час, ну да. Нам бы это было все равно дешевле. Ну да, смотри, с чем сравнивать. Цена, парковка, машина. Вот. Ну, типа, ты такой поставил машину на 450 рублей. Угу. И час здесь покатался, походил, погулял. Угу. Стоит это более чем достаточно. Угу. Поехал обратно. Так мы потратили 1000. 200 почти. Угу. Даем еще нам обратно забираться. Еще обратно. О, как красиво. Но у этой красоты есть один минус. Какой? Жарко. Очень душно. Нет, да, это еще солнышко не нагревает. Кстати, для кадра залипательно. Для кадра залипательно красиво. Угу. О, мы вышли на улицу. На улице-то получше будет. Мы где-то оттуда приехали, туда же нам нужно. Или мы не оттуда приехали? Как тут народу много. Мы в воскресенье тут давно не бывали. Так быстро бежишь после самоката? Да. Не хочешь просто прогулочно пойти? Такие тут. Там ругань какая-то происходит. Сейчас идем, и думаю, как давно мы здесь были. Я оказался на гости в том году. В том году, да. Вот так, это время ожидания в этом заведении очень большое. Нам... 20 минут. Она сказала 20 минут, но с такими глазами, как будто бы это может вывести минут 30. Я очень не хотела занимать назад. Да, мы уже были в таком положении, когда нам сказали 15-20 минут ожидания. Сколько тогда фильм себе? Минут 40 ожидали? Да. В общем, ходить, крутиться здесь не очень охота. Дальше что-нибудь придумаем. Вот так вот. А еще у нас деп, по-моему, они должны быть. Народ сидит, отдыхает. Народ ходит, гуляет. Она есть хочет. Я голодная. О, кто снимает? Что снимает? Нужно место знакомств.
Да нет, мне к тебе так кажется. Я думаю, одно из основных до сих пор. Ну, тут еще что-то продают. Пойдем посмотрим. Ну вот они, вафли. Но мы в нее идем. Я хочу к этим к зеленушке подойти. Сейчас приду. Что вообще такое? Это какая-то ярмарка. Давай что-нибудь посмотрим. Во, может мы что-нибудь купим сейчас. Смотри, как прикольно. А вот мы можем найти твою? Ярославская область, Оренбургская. Сейчас попробуем смотреть. Сейчас пойдем найдем. Очень много. Угу. А так как много людей, я уже запутался, кто где, какая область. Есть карта? Они не по этому идут. Вот тут народу здесь. Мы ищем Республику Башкирии. О, смотри, что-то жарит. Пойдем посмотрим. Вы знаете, что также сегодня мы дегустируем с вами настоящее Каское на первое место в конкурсе 21 года в номинации «Вкус без границ». Между прочим, и Астраханская бобла, друзья мои, это деликатесная вяленая рыба, сладковатая. Что-то мы не можем найти, то, что мы ищем. Так, одно нашли. А ищем Башкирию теперь. Вон она. Включила локатор поиска. Ну, должно же быть. Я нашла. Откуда мед? Чиновники борщу хаба. Это же они же банки просто их закатали. Мир в месяц не хватает. Это ярмарка, только что посетили, так хорошо пусто. То есть даже это много народу. После ярмарки не ощущается, что много народу. Вот так. Вот мы почти дошли до пункта назначения. Это вот. Вот этот вот дом. Да? Вот этот дом. Ничего себе, Баскин Робинс где? Ого, сколько самокатов. Здесь кули самокатов. Да, это Яндекс, что ли? А, ну, можно. Очень сильно похолодало. У меня руки-мурашки. Мы думали взять каршеринг доехать, но по угару решили все-таки прокатиться. Ага, такие же. Вот такая вот погода. Выезжаешь, жара, солнце. Проходит сколько? Не прошло и часа, да? Не, час не прошел. Кушать хочется. Мне все еще хочется кушать. Да? А, типа... Ничего себе. Ну, как согрелась? Спина? Вот нет, тормоза нету, укатывается. Так, мы где? Делаешь? Капец, как холодно. Ой, сюрприз. Я хочу супчик, конечно. Мы почти приехали.
вот эта фигня 5000 стоит? А ты сколько стоишь? Всего есть цена. Кому? А я что, продавец? Ты же как? Скажи, с тебя оценивай. Нет, ты же не спросил меня, Андрей, сколько ты стоишь. Ты скажи, Андрей, сколько ты стоишь? Я не могу тебе продать, ты не моя собственность. Если мне придут спросить, Андрей, продай себя, я скажу. Что происходит? Не знаю, я вернусь. Покажи себя на фоне этих красных ладоней, чтобы было понятно. А у меня наоборот. Есть. Так же. Тоже красный. Вот красный. Да нет, но на фоне да. тебя. Нет, одинаково красный. Одинаково красный. Холодно, хочется. Что говоришь? А нас дома мир ждет. Ты чего? Гречка.